Во Франции всю ночь не утихали массовые протесты и беспорядки. Как итог, сгоревшие машины, разбитые витрины, драки и десятки задержанных. Полицейские для разгона митингующих применили слезоточивый газ. Несколько правоохранителей получили ранения. Поводом для акции послужило избиение и изнасилование гражданина Франции марокканского происхождения полицейскими. Они якобы остановили его для проверки документов. Четверо правоохранителей, участвовавших в избиении, уже арестованы, им предъявлены обвинения. По словам главы МВД, будет проведено тщательное расследование.